Всем привет, с вами Fear Cat. Сегодня мы с Dark Cat будем играть в игру. А на карте школа. Ну, мы ее скачали, будем вот это вот розовом доме прятать рычаги. Первый я буду прятать, а Dark Cat будет искать. Да, Dark Cat? Да, всем привет. Ну, мы пока переключимся на первое лицо. Вы ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, мы погнали. Вот я спрятал вот это вот место, видите? Сейчас, подождите, я заберу оттуда остаток. Не ищи, Dark Cat. Не надо? Нет, пока. Ну ладно, можно. Подожди, нет. Сейчас приду к сундуку и обратно. Все, давай. Dark Cat идет искать. Да. И да. Чтобы мне выйти надо, надо найти. Рычаг, смотрите. Да. Вот, видите? Ему надо сюда рычаг поставить. Я буду за Dark Cat ходить. Ты туда не смог спрятать? Нет, туда нельзя. Окей. И на улицу нельзя, и на крышу нельзя. А то у него видео мы снимали, когда... А, в шалкере, да? Нет, не в шалкере, в сундуке. Я поменял. Ты просто заплакал? Ну да, я не заплакал. Типа, еще в шалкере. Где? Я вот тут. Тут нету. Второй этаж тут есть? Нету. Значит, где-то вот тут. Что ты со мной ходишь? Не люблю я ходить. Я? Да. Снижу. Ну, хоть я тоже рычаги есть. Да возле него прямо прошел сейчас. На улицу нельзя. На улице нет. На улице нету. Да, там нельзя. Вон он маленький. Я только там не открою его. Откроешь. Ямака. А, с той стороны? Да. Ну я уже нашел, смотрите. Ё-моё. А, вот так. А, вот, ну все, открыл. Вот он один же чуть-чуть. Давай. Я ответственный момент. Все, Dark Cat вышел. Все. Ну, пускай пока он спрячет, я пока наставлю на паузу. Вот, Dark Cat спрятал. Сейчас я к нему приду. Угу. А я сейчас переключусь, пока что на креатив. Ой, на выживание. Просто забыл. Угу. Так вот, все. Да. Угу. Заходите, ищите. Она тут очень близко будет, потому что домик маленький. Mm. Закройся, дверька. Я знаю, где. Что тут дверь закрыта, открыта? Да, не надо под каждым этим проверять. Так, тут нету. Мы тут нету. А можно и было и на вещей? А? Ой, туда положить, где они. Да, можно даже было на вещах. А, ну и идите. Вы за мной ходите, господин. Проливали. Да, по-русски. Угу. Тути-та, тути-та-ту. Идите, заходите, господин. Вот тут дверь открыта. А это этот выход. Давай, этот, ой, этот выход нельзя использовать. Отойди, отойди. А я обрадовался. Ой, я сейчас его поломаю. Это место очень таинственное. О, я нашел. Нашел? Да. Где? О, смотри, у меня уже 62 ручки. Ну нет, давай нормально. Ну я знаю. Только сайт надо на другой блок. Не на это, а именно другой, на вот такой, который у меня в руках. Какой, покажи. Вот такой. Стоит вон, на нём? Нет, вот тут надо поставить сундук, видишь? Ой, сундук, рычаг надо поставить. А. Вот тут. А, ну так откроется. А вот так, если сюда. Сейчас. Простите, пожалуйста, минутку. Я просто... Вот, Dark Cat меня убил. Я его тоже убью. И ты меня. Угу. Да. Пишите... Dark Cat. Капут. Спасибо. Давай, ищи, продолжай. Не, 100% он где-то на чем-то, под чем-то. В поиске... Чего там в поиске? В поиске сундука. Смотрим за Fear Cat. В поиске сундука. Еще такую музыку включить бы. Как-нибудь такое тихонько. Именно под каким-то столом нельзя.
его прямо не было видно, нельзя так. А, ну я так не сделал. А я так сделал. Я даже так не пытался. Подождите. Что? А, привет. Надо не делать. Сколько ты минут Смотрите. Сделал? Я? Да. 5. Мало. Продолжай. В том же духе. Он хотел еще 3 раунда сделать. Сам не можешь найти? Он где-то под столом. Да не... А, ну пусть ищи там. Жалко, что я не делаю это видео. Тут очень рандомное место, я закрыла. Закрыл? Нет. Его нельзя закрывать. Я знаю. Туда никогда не заходил еще. Я? Да. Ну, заходил, наверное, я просто не видел. Наверное. Посмотри на меня. А, я нормально, да? Угу. Ну, все нормально, значит. Жалко, что я не делаю, смотрите, тут какая-то сзади меня. Куда ты вошел? А, ты, да? Больше нормально. Все элитненько. Ну, туда 100 раз ходить. Дух, он тут был. Тоже рычаг взял. Вот. Так и не открывайся. А. Открылась. Может, третий раунд снимем? Не знаю. Давай ты поищешь один, последний раз. Да, видео не... короткое. Не знаю. Давай. Давай. Сейчас я пока спряжу, пойду в дом какой-то. Вот я спрятал рычаг. Даркет найдет. Он не дойдет. Спрятал? Да. Именно рычаг. С сундуком. Он будет это все. А ковры можно ломать? Mm-mm. Ладно, как приблизиться, а я включу обратно видео. Да, он долго будет искать, наверное. Вот Даркнет почти близко. Да не тут. Да я просто эти комнаты не заметил. Вот тут, наверное. А, ну вон, вижу. Знаешь, как я нашел? Иди сюда. Сундук лежит. Да, сундук лежит. Надо было это подобрать. Ладно, давай прощаться. Дай открыть дверь, чтобы мне выйти. Идем. А где этот выход? Вон. А вот. Извините за лишние звуки. Давай. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Вирхэд и Даркэд. Всем удачи. Всем пока.